О итогах 2018 года и основных достижениях Бакинской высшей школы нефти в уходящем году говорилось на организованном в ВУЗе мероприятии, посвященном празднованию наступающего Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира. В ходе своего выступления ректор БВШН Ильмар Гасымов рассказал присутствующим о рекордных успехах, достигнутых ВУЗом в 2018 году. Он напомнил, что 13 абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах 2018 года наивысшие 700 баллов, выбрали обучение в Бакинской высшей школе нефти. Это наибольший показатель среди вузов. В то же время 26 студентов данного вуза стали президентскими стипендиатами. Тем самым БВШН стал лидером среди вузов страны по числу высокобальников и лауреатов президентских стипендий. Я хотел бы поздравить вас и в вашем лице весь азербайджанский народ с наступающим Новым годом. Провожая 2018 год, мы должны испытывать чувство благодарности за то, что он прошел успешно для нас. 31 декабря мы также отмечаем День солидарности азербайджанцев мира. Этот день имеет для нас, для более 60 миллионов азербайджанцев, проживающих во всем мире, большое значение. В образе Деда Мороза и Снегурочки на мероприятии выступили студенты вуза. Также они продемонстрировали художественные номера, выступили со стихами и песнями. 31 декабря – двойной праздник для азербайджанцев всего мира. Помимо наступающего Нового года, азербайджанцы отмечают День своей солидарности. Решение об учреждении этого дня было принято 16 декабря 1991 года, а 25 декабря того же года был принят закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Праздник воплощает в себе чувство национального единства, любви к Азербайджану, уважение к национально-духовным ценностям, а также привязанности к своей родине. Исмира Алиева, Руфат Аликперов, CBC.